Добрый день, да. Сегодня мы находимся здесь, около спорткомплекса Калев, а точнее у скейт-парка, на площадке, где 23 июня мы будем проводить празднование Яного дня, Яновой ночи. Надо сразу отметить, что, несмотря на то, что у многих создалось впечатление, что сейчас уже полностью сняты ограничения, на самом деле это не так. И именно по этой причине праздник было решено провести в другом формате. Во-первых, позволить коллективам, дать возможность коллективам выступить. Не было отчетных концертов в этом году. И на самом деле сейчас именно хорошая возможность показать людям, чем занимались коллективы целый год. Соответственно, в 3 часа, когда будет начало мероприятия, естественно, руководители города поприветствуют людей, зрителей, участников этого праздника. И дальше будет концертная программа от коллективов Центра культуры. Практически все в ней примут участие, очень многие. И несколько номеров будет также от Центра по интересам Улья. То есть программа будет рассчитана на то, чтобы создать людям хорошее настроение, чтобы люди вот с 3 примерно до 6 часов зарядились, так сказать, позитивом. Увидимся на празднике. Начало программы в 15:00.